немножко работы. Сейчас чертополох с воском приготовлен. Вот иглы чертополоха. Вот. То, что будет сейчас делаться, это будет свеча Геката. Я жду, когда приедет ключ, чтобы уже все сразу сделать. Он должен быть с дня на день. Вот в этих четырех свечах я потом перечислю, по-моему, 115 трав. Если не больше. Каждая веточка — это новая трава. Здесь есть пару веточек деревьев и пару листьев, но я решила их уже не добавлять, слишком много было. Это специальный мой проект для открытия дорог. Блин, не видно цвет. Цвет меняется. Оно более яркое, более солнечное. Так, первая свеча. Это на четыре стороны света будет. Вторая. Это заготовка под маканные свечи. Внутри там черная свеча есть. Свеча с вот этим солью чертополоховой, с чертополоховыми семенами. Сейчас вот их я как раз и буду обрабатывать. Маканные свечи делать. Так, это четыре стороны света. Это для этой же работы еще свеча. Вот это для маканных свечей, чистые свечи шалфея. Так, вот это мне их надо сказать. Это зверобойчики будут маканные свечи. Сейчас я буду точно такое же делать из шалфея. Цветочные и из столбиков. Вот их тут много. Это зверобойчики. И мне привезли сейчас, сейчас я уже частично достала, но пакет сейчас покажу, остатки. Это зверобойчики. Вот это вот шалфей. Внутри одна свеча с полынной и лавандовой солью, потом факел шалфея, потом черная вощина в нижней части. Вот такие колючки, верхние семена чертополоха. Это готовая свеча. Та же история. Две свечи. Высокая соляная, нижняя чертополоховая. Вьюнок — это от всех паразитов, присосок, всех вот этих сущностей и людей, которые вампирят. Так, это лавандовая... лавандово-чертополоховая, внутри соль, значит, пучок лаванды, вот как здесь, только обмотан и укатан в вощину, и сверху чертополох. То же самое без чертополоха, зверобоевый, укатанный внутри чертополох. Вот это для маканных свечей зверобой. Вот это... укатанная лаванда. Нет, зверобой. Вон. И вот лавандовые будут маканные свечи. Так. А вот свежий, только что обрезанный, мне принесли с участка обрезанный можжевельник казацкий. У меня есть коробка такого же обрезанного. В этом же месте садовники обрезали. Но он уже сухой, и он работает уже в свечах. А этот молоденький, я его обняла как ребенка или котенка. И прям не хотела с ним расставаться. Он прям светится. Хочется, чтобы он таким и остался навсегда. Не хочется, чтобы он засыхал. Вот такая вот красота и свежесть. И я... сейчас быстренько поработаю, потому что потом эту свечу еще очень много с ней работать. Но надо для начала сделать 4 столбика этих маканных свечей. Для свечи на открытие дорог. Для Гекаты. Ой, свеча Гекаты, открытие дорог. Вот эти сейчас буду обрабатывать.